Формирование отделения Федерального фонда помощи сахалинским ветеранам и семьям участников специальной военной операции. Об этом говорили на встрече с губернатором Островной области женщины из Комитета семей воинов Отечества. Разместить фонд предлагается на базе Южно-Сахалинского реабилитационного центра. Здесь уже выделены помещения, ведется косметический ремонт, приобретается мебель. На данный момент уже набрали штат из 20 человек, которые будут выполнять функцию социальных координаторов. Это люди из числа уже работающих сотрудников социального направления, плюс ко всему это члены семей военнослужащих, в том числе и кадровых. Координаторы, которые будут и в Южно-Сахалинске базироваться, и, соответственно, по области. Также на данный момент есть люди, кандидатуры подобраны в административно-управленческий персонал. То есть это люди, курирующие социальный блок, медицинский блок, пиар-блок. Остались организационные вопросы по условиям их работы. Но это, опять же, у нас решается все в ходе доведения информации с федерального уровня. Напомню, деятельность фонда будет осуществляться за счет федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований. Фонд, в частности, займется оказанием психологической и бесплатной юридической помощи, содействием получения и восстановления документов, поможет в социальной адаптации и трудоустройстве военных. К голосованию за объекты комфортной городской среды присоединяются трудовые коллективы Южно-Сахалинска. Так, за сквер, который, по их мнению, должен быть благоустроен в следующем году, проголосовали сотрудники завода имени Федотова. Дорожникам рассказали о всех трех представленных проектах. Напомню, рейтинговое голосование за выбор общественной территории проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Эту работу инициировал президент страны. В основном центре голосование стартовало 15 апреля. Наш город становится ярче, красивее. Чем больше скверов, тем приятнее по нему гулять. Я считаю, что город Южно-Сахалинск самый красивый город на Дальнем Востоке. Доведена до всех информация, кто за что может проголосовать на их усмотрение. У кого нет возможности, любой может подойти к нам через планшет, мы всем поможем. Каждый проголосует, то есть все сотрудники подходят ответственно, голосуют. Голосование продолжается. Голосование за общественные территории продлится до 31 мая. В Южно-Сахалинске есть три варианта. Сквер защитников Отечества, сквер геологов и сквер восточный. Проект, который выберут жители, будет реализован с привлечением федеральных и областных средств. Также голосование проходит на специальной платформе za.gorodsreda.ru. При голосовании всеми способами необходимо авторизация через портал госуслуги. Увидеть проекты и перейти на портал для голосования можно и на официальном сайте администрации города в разделе «Информация для населения». Анатолий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, с какими вопросами чаще всего сахалинцы и курильчане обращались к уполномоченному по правам человека в Сахалинской области? В минувшем году к уполномоченному с учетом коллективных обратилось 699 человек. Самыми актуальными вопросами озвучивались вопросы соблюдения жилищных прав, вопросы в сфере здравоохранения и качества оказания медицинской помощи, вопросы соблюдения социальных прав. Ну и по понятным причинам отдельным блоком поднимались вопросы в обращениях соблюдения прав человека и гражданина в ходе проведения частичной мобилизации. Недавно вы высказались о проблеме обеспечения людей с ограниченными возможностями здоровья необходимым инвентарем. Вообще по поводу их прав расскажите, пожалуйста, о проблеме поподробнее и как она решается. В прошлом году в адрес уполномоченного уже поступали отдельные обращения граждан по необеспечению их техническими средствами реабилитации. Это обеспечение обязан предоставить фонд социального страхования. Тогда он так назывался. Мы выходили на руководство нашего регионального отделения фонда социального страхования. Просили их, чтобы они предприняли действенные меры по обеспечению людей необходимыми техническими средствами. Однако никакие меры не
принимались, люди как находились в такой же сложной жизненной ситуации, так это и продолжалось. Мы вынуждены были обратиться в областную прокуратуру. Прокуратура проводила прокурорские проверки, выносила представление на устранение выявленных нарушений закона. Однако уже в этом году граждане повторно стали обращаться в наш адрес, при этом количество обращений увеличилось. В своих жалобах они указывали то, что ситуация не изменилась никоим образом, и они до сих пор не получили требуемые им технические средства реабилитации. Буквально в течение последнего месяца, вот, апреля, в наш адрес поступило уже больше 20 обращений. Понимая, что эта проблема актуальна, мы с сегодняшнего дня открыли горячую линию именно по этой теме. Она уже анонсирована, эта горячая линия. И вот до начала нашего эфира, до обеда, в первую половину дня поступило и принято уже больше 10 жалоб. При этом 44 звонка пропущены, потому что линия была занята. То есть мы даже по вот сегодняшнему дню видим, насколько актуальна эта проблема. Я, пользуясь случаем, обращаюсь ко всем жителям Сахалинской области, уважаемые друзья. Прошу вас, кто не дозвонился, все-таки дозвониться, потому что для нас важно получить обратную связь и все-таки определиться, насколько глобальна эта проблема в масштабах Сахалинской области. А можно как-то сказать, почему сложилась такая ситуация, кто недоработал? Во-первых, конкурсные процедуры проводятся с большим опозданием. Ну, буквально в этом году уже по нашему обращению фонд прислал нам ответ, что, ну, по отдельно взятому гражданину, что этот гражданин будет обеспечен техническими средствами до 17 июля 2023 года. То есть в течение полугода этот человек остается без государственной поддержки один на один с бедой. А в наших сетях самостоятельно приобрести можно далеко не все. В торговых сетях, в медицинских учреждениях. Потому что не весь перечень, необходимый людям, он есть в наличии здесь, на территории Сахалинской области. Плюс к этому стоимость у нас здесь на Сахалине ТСР значительно выше, чем стоимость, по которой проводят закупки социальный фонд. И для людей, ну, это довольно дорого, с учетом того, что они, как правило, получают небольшой доход в виде там пенсии по инвалидности. Второй блок проблемы, на который мы обратили внимание, это все-таки поставка ТСР, но некомплектная. То есть, ну, условно говоря, двухкомпонентное техническое средство. Один компонент в наличии есть, а второго нет. То есть практически по актам передачи вроде как человеку поставили техническое средство, в то же время воспользоваться он им не может, потому что нет второй компонента. Это тоже проблема, а это уже недостаток контроля за поставщиками со стороны фонда. А какие-то действия, в свою очередь, областные власти предпринимают для решения этой проблемы? Конечно. В прошлом году губернатором Сахалинской области буквально в ручном режиме он выходил на руководство фонда в центр. Удалось срочно сделать закупки необходимого оборудования. И благодаря тому, что власти Сахалинской области, губернатор в частности, подключились к решению этого вопроса, удалось обеспечить 1500 человек техническими средствами реабилитации. Но это ненормально и неправильно, когда региональные власти решают вопросы, которые должны решать федеральные структуры. А социальный фонд является федеральной структурой. И чтобы решить этот вопрос раз и навсегда, чтобы навести порядок, надо выходить на более высокий уровень, на федеральный уровень. Может быть, в том числе и
если в этом есть необходимость, с внесением изменений в действующее законодательство и порядок работы фонда по обеспечению ТСР населения. Анатолий Анатольевич, большое спасибо за беседу и за такой подробный рассказ. И желаем, чтобы все проблемы успешно разрешились. За велосипедом в «Орбиту». Взрослые и детские. Свыше 100 моделей. Магазин «Орбита». Е-е! The Doors. Jimi Hendrix. Queen. Nirvana. Каждый день в Южно-Сахалинске на Рок-ФМ. Вам позвонили из банка и сказали, что ваш счет взломали и все деньги нужно срочно перевести на другой безопасный счет? Не верьте, это мошенники. Если звонят с незнакомого номера и говорят, что поступила заявка на смену номера телефона личного кабинета, это еще одна мошенническая схема. Обменять накопленный кэшбэк на рубли – третья уловка злоумышленников. Мошенники пытаются обманным способом узнать ваши личные данные и заполучить СМС-код от банка. Они могут действовать через электронную почту, совершать звонки по различным мессенджерам. Помните, настоящий сотрудник банка никогда не будет действовать таким образом. Не переходите по ссылкам, не перезванивайте на незнакомые номера. Любишь свой город? Хочешь сделать его лучше? Тебе решать, каким будет городское пространство. Появится ли новый уютный сквер? Будет ли обустроена в твоем городе набережная? Такую возможность дает новое голосование по выбору проектов благоустройства. Заходи на сайт za.городсреда.ру. Находи свой район и выбирай понравившийся проект. Проекты-победители получат федеральное финансирование на реализацию. Голосование продлится до 31 мая. За 3 года благодаря этому проекту в Сахалинской области преобразилось более 100 скверов, набережных, аллей и пешеходных зон. Проект создан по инициативе президента России. Национальный проект «Жилье и городская среда». Ювелирные украшения, национальные костюмы, ковры. Сахалинский областной художественный музей приглашает на выставку «География украшений Афганистана и Пакистана» из Государственного музея искусств народов Востока. Познакомьтесь с загадочной культурой народов Центральной Азии. Маме, папе, помоги! И теплицу подари! Магазин «Орбита». Жизнь только начинается! Благодатный огонь на Сахалине. Слава Богу! Господь милостив, и мы, сахалинцы, получили этот видимый символ, нисходящий на гроб Господень, на нашей территории, чтобы каждый верующий принес частичку благодатного огня домой и благословил свое жилище, чтобы перед образом в лампадочке горело этот огонек. В этом году, несмотря на то, что Пасху мы встретили, погода была хорошая, но потом мы все видели, какая была метель. И, слава Богу, батюшка слетал в Хабаровск с владыкой. Мы договорились о том, что нам передадут частичку благодатного огня. В течение года эту лампадку заправляют, поправляют фитилечек, но огонь, именно тот, который принесли из храма, горит постоянно в течение года. Раньше была такая традиция делать дымом от свечи крестик над порогом для того, чтобы оградить дом от всякой нечисти и бесовщины, которая вольно или невольно присутствует в нашей жизни. Поэтому православный человек, соблюдая эти традиции, может хранить дома как огонь в лампадке, так же и дымом сделать над порогом крестик. Христос воскресе! Воскресе! Христос воскресе! Благослови, Господи, храм сей! Благослови, Господи, град сей! Спаси, Боже, люди Твоя! И благослови достояние Твое! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Не спеши.
разрешите, мы никуда не уйдем, мои хорошие, никуда не уйдем. Зажигайте аккуратненько, отходите, зажигайте следующие. Сегодня праздник у всех православных на Сахалинскую землю. Отец Александр привез святой огонь благодатный, который с Иерусалима попал в Хабаровск и оттуда к нам. Мы уже не первый год приходим за ним. Вот сегодня в составе мужчин наши женщины дома сейчас мы пришли. Младшего привели первый раз, который в этом году в свой один год прослужил службу пасхальную. И сегодня вот пришел за святым огнем, который принесем домой к себе, чтобы у нас было добро, благодать в доме. С праздником! Этот благодатный огонь сошел. Такое событие очень редкое достаточно на острове Сахалин. Не каждый день такое увидишь. И Христос воскресе! Давай опять. Сегодня мы стали свидетелями принесения благодатного огня на Сахалин. В среду утром будет божественная литургия, в которой примут участие все священнослужители Южно-Сахалинской Курильской епархии. Они приедут из разных районов Сахалинской области, в том числе и из Курильских островов. И после окончания службы повезут в свои приходы, в свои храмы частицу благодатного огня. И верующие также смогут там встретить огонь и стать сопричастными вот этой большой духовной радости, которую мы отмечаем каждый год накануне православной Пасхи, когда в Иерусалиме по молитве православного патриарха сходит благодатный огонь. Сахалинцы могут предложить свои слова для азбуки о важном. Проект инициирован полномочным представителем президента на Дальнем Востоке Юрием Трутневым. Любой желающий может зайти на сайт, адрес которого у вас на экране, и предложить свое слово, которое ассоциируется с Родиной, написав толкование. Те участники, кто предложит лучшие слова и определения, получат авторские экземпляры издания. Азбука станет продолжением проекта, реализованного на втором окружном обучающем семинаре для организаторов воспитательной и патриотической работы в сфере образования, просвещения и культуры «Разговоры о важном для взрослых», который прошел в конце марта. Вера, мама, отечество – это слова, которые каждому известны с детства, и, безусловно, они наполняются особым смыслом. Я призываю каждого принять участие в формировании новой азбуки, по которой будут учиться наши дети. Я сама имела замечательную возможность во время окружного семинара поучаствовать в изготовлении данной азбуки и выбрать значение слова «вера» и «твердый знак». «Твердый знак» неожиданно наша группа выделила как кремень. Это человек с твердым характером. Фестиваль «Студенческая весна» стартовал на Сахалине. В этом году он объединил более 500 участников, учащихся средних и высших учебных заведений. Неделю на разных площадках островной столицы они будут демонстрировать свои таланты в хореографии, вокале, театральном искусстве, креативной индустрии и медиапроектах. Все то, чем сегодня занимается молодежь, все то, что мы видим на улицах, все то, что мы видим в наших учреждениях культуры, сама суть студенческой весны – найти новые таланты. По словам организаторов, число участников студенческой весны с каждым годом растет, и даже те ребята, которые еще в прошлом году стояли за кулисами, сегодня уверенно поднимаются на сцену. Мы учимся в Сахалинском базовом медицинском колледже. У нас там много направлений. Мы и поем, и танцуем, и рассказываем стихи, и рисуем. И вот. В прошлом году я не выступала, но я была на закрытии, когда всех уже награждали. И я думаю, блин, это так круто. В следующем году обязательно попробую. Новинка этого года – теперь в студенческой весне могут принять участие школьники и работающая молодежь до 35 лет. Их выделили в отдельные категории. Самые яркие и талантливые будут представлять Сахалин на финальном этапе творческого марафона. Наша весна!
В Южно-Сахалинске приступили к ремонту муниципальных детских площадок после зимнего периода. В конце прошлого года специалисты уже провели инвентаризацию в 600 дворовых территориях и демонтировали непригодные для эксплуатации элементы, а также утилизировали игровые комплексы с истекшим сроком эксплуатации. Впереди только небольшие ремонтные работы. В частности, покраска лавочек и горок ждет двор по проспекту Мира, 178. Эта площадка здесь мы уже навели порядок и убрали надписи, да, нецензурные, вандальные. Ну, мусор это ежедневно мы убираем, не только на этой площадке, на других тоже. Работы запланированы были по ремонту вот лавочек и так далее, но погода, к сожалению, нас остановила, поэтому благоприятный период мы это все сделаем. На скамью подсудимых попал дальневосточный врач, дававший клятву лечить, а не калечить. Но получилось с точностью да наоборот. Его деятельность попала в поле внимания правоохранителей. Рассмотрение скандального дела, ставшего известным на всю страну, дальневосточного ортопеда, начнется в ближайшие дни. Следователям следственного отдела управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении врача-травматолога-ортопеда. Он обвиняется в 34 эпизодах мошенничества с использованием служебного положения в отношении 28 человек. Как следует из материалов уголовного дела, он без необходимости направлял пациентов из разных городов Дальнего Востока на операции на суставах и требовал от них деньги за дорогостоящие платные услуги, которые на самом деле не оказывал. По требованию медика потерпевшие вносили часть требуемой суммы в кассу больницы, а остальные деньги в размере от 100 до 400 тысяч рублей отдавали ему лично. В итоге потерпевшим причинен материальный ущерб в размере около 5,5 миллионов рублей. Большинство пациентов продолжают испытывать боли, потеряли мобильность и работу, а также выплачивают взятые для оплаты медуслуг кредиты. Обвиняемый пытался скрыться от следствия, когда находился под домашним арестом. После этого по решению суда он оказался в следственном изоляторе. Как нам стало известно, на его имущество в Москве наложен арест. Согласно Уголовному кодексу, врачу за такую практику лечения грозит до 10 лет лишения свободы. Бензовоз перевернулся на 27-м километре автодороги аэропорт Шахтерск-Башняково днем 19 апреля. Машина улетела в кювет. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. На месте происшествия работали пожарные Углегорского района. Они устранили утечку топлива. В результате ДТП водитель цистерны погиб. По данным телеграм-канала «Новости Углегорска», на место выдвинулись представители компании-перевозчика. Там же сообщают, что жители неоднократно жаловались на состояние дороги в Башняково. Возможно, именно дорожные условия могли стать причиной ДТП. Проводится проверка. В магазине «Орбита» началась сезонная продажа теплиц. Цены производитель не поднял. Покупайте теплицы сейчас по прошлогодней цене, а доставку оформите на любую дату и время, удобные для вас. Магазин «Орбита»! Е-е! Ребенок получает знания о мире не только в семье и школе, но и с помощью интернета. Террористические организации все чаще с помощью интернета пропагандируют свои идеи и вербуют новых участников, в том числе среди несовершеннолетних. Уголовная ответственность за терроризм наступает с 14 лет и предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы. Материальную ответственность за действия несовершеннолетнего несут его родители. Родители, проводящие со своим ребенком свободное время и разделяющие его интересы, смогут вовремя предотвратить любую опасность и не допустить его участия в незаконной деятельности, в том числе и в интернете. Oil Bar – это преимущество и выгода в цене. Масло из бочки с выгодой до 20%. В наличии под заказ расходники и запчасти. Мы работаем с мировыми брендами и надежными поставщиками. С заботой о вашем автомобиле Oil Bar. Нас узнают по бочкам. Южно-Сахалинск, улица Пуркаева, 63. Лада-центр, западное крыло. Телефон 270-570.
Спонсор прогноза погоды – салон товаров для сна «Арматек». Человек проводит во сне. В этом вопросе можете положиться на нас, экспертов сна компании «Арматек». Вы можете познакомиться с решениями на нашем сайте или посетив салоны в ТРК «Сити Молл» и торговом доме «Зочи». Ручная сборка, эксклюзивный декор, непревзойденное ощущение от отдыха. Сегодня уже более 5 миллионов людей улучшили свой сон благодаря экспертам «Арматек». Что такое фишинг и как от него защититься? Фишинг – это такой вид мошенничества. Происходит от английского слова «рыбалка». По сути, злоумышленники ловят свою жертву на крючок. Обычно преступники сначала цепляют человека за живое, запугивают потерей денег или завлекают супервыгодой, пробуждают любопытство или сочувствие. Затем выманивают личные данные, реквизиты счета или карты. И в итоге списывают деньги с банковского счета. Ссылки в мессенджерах от незнакомцев или друзей, чей аккаунт взломан. Почтовая рассылка с заманчивой темой письма о выигрыше или викторине с гарантированными призами. Переходя каждый раз на такие сайты или сообщения, вы рискуете остаться без денег. Всегда тщательно проверяйте адрес, с которого пришло письмо. Если он хотя бы одним символом отличается от привычного адреса магазина, банка, авиакомпании или другой реальной организации, такое письмо не стоит даже открывать. Если вы открыли письмо, обратите внимание на то, как оно написано и оформлено. Орфографические ошибки и нелепый дизайн – это явный признак поддельного сайта. Но даже если все выглядит идеально, все равно стоит быть внимательным. Если непонятную ссылку прислал друг или знакомый, лучше перезвонить и удостовериться, что это сообщение точно от него. Всегда проверяйте адресную строку. Иногда ошибка даже в одном символе приведет вас на фишинговый сайт-двойник. Проверяйте безопасность соединения. Если вы хотите ввести персональную информацию или данные карты, или сделать покупку в интернет-магазине, то перед его адресом обязательно должно стоять HTTPS и значок закрытого замка. Буква S и закрытый замок означают, что соединение защищено. Когда вы вводите на сайте данные, они автоматически шифруются, и их не могут перехватить злоумышленники. Защищенное соединение – требование обязательное, но недостаточное, поскольку в последнее время и преступники умудряются получать сертификаты безопасности для своих сайтов. Обратите внимание на дизайн. Небрежная верстка, орфографические ошибки, неработающие разделы и ссылки – это явные признаки фальшивки. Но только на один дизайн тоже ориентироваться нельзя. Мошенники могут и постараться, создавая уловку. Нужно всегда использовать антивирусную защиту. На все свои гаджеты – компьютер, ноутбук, планшет и смартфон – необходимо установить антивирус. Хороший антивирусный пакет включает защиту от спама и фишинговых писем. Он сам распознает подозрительных адресатов. Кроме того, антивирус защитит от программ, которые воруют данные карт, получают доступ к онлайн и мобильным банкам, перехватывают СМС и пуш-сообщения с секретными кодами. Стоит заметить, что это еще опаснее, чем фишинг, поскольку ваш счет могут обнулить, а вы об этом даже не сразу узнаете. Важно регулярно обновлять защиту.
Кибермошенники изобретают новые вирусы и способы фишинга буквально каждый день. Будьте начеку и соблюдайте кибергигиену. К голосованию за объекты комфортной городской среды присоединяются трудовые коллективы Южно-Сахалинска. Так, за сквер, который, по их мнению, должен быть благоустроен в следующем году, проголосовали сотрудники завода имени Федотова. Дорожникам рассказали о всех трех представленных проектах. Напомню, рейтинговое голосование за выбор общественной территории проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», национального проекта «Жилье и городская среда». Эту работу инициировал президент страны. В областном центре голосование стартовало 15 апреля. Наш город становится ярче, красивее. Чем больше скверов, тем приятнее по нему гулять. Я считаю, что город Южно-Сахалинск самый красивый город на Дальнем Востоке. Доведена до всех информация, кто за что может проголосовать на их усмотрение. У кого нет возможности, любой может подойти к нам через планшет, мы всем поможем. Каждый проголосует, то есть все сотрудники подходят ответственно, голосуют. Голосование продолжается. Голосование за общественные территории продлится до 31 мая. В Южно-Сахалинске есть три варианта. Сквер защитников Отечества, сквер геологов и сквер восточный. Проект, который выберут жители, будет реализован с привлечением федеральных и областных средств. Также голосование проходит на специальной платформе za.gorodsreda.ru. При голосовании всеми способами необходима авторизация через портал госуслуги. Увидеть проекты и перейти на портал для голосования можно и на официальном сайте администрации города в разделе «Информация для населения». Благодатный огонь на Сахалине. Слава Богу, Господь милостив, и мы, сахалинцы, получили этот видимый символ, нисходящий на гроб Господень на нашей территории, чтобы каждый верующий принес частичку благодатного огня домой и благословил свое жилище, чтобы перед образом в лампадочке горело этот огонек. В этом году, несмотря на то, что Пасху мы встретили, погода была хорошая, но потом мы все видели, какая была метель. И, слава Богу, батюшка слетал в Хабаровск с владыкой. Мы договорились о том, что нам передадут частичку благодатного огня. В течение года эту лампадку заправляют, поправляют фитилечек, но огонь, именно тот, который они принесли из храма, горит постоянно в течение года. Раньше была такая традиция делать дымом от свечи крестик над порогом для того, чтобы оградить дом от всякой нечисти и бесовщины, которая вольно или невольно присутствует в нашей жизни. Поэтому православный человек, соблюдая эти традиции, может хранить дома как огонь в лампадке, так же и дымом сделать над порогом крестик. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Благослови, Господи, храм сей! Благослови, Господи, град сей! Спаси, Боже, люди Твоя! И благослови достояние Твое! Аккуратненько отходите, зажигайте следующие. Сегодня праздник у всех православных на Сахалинскую землю. Отец Александр привез святой огонь благодатный, который с Иерусалима попал в Хабаровск и оттуда к нам. Мы уже не первый год приходим за ним. Вот сегодня в составе мужчин наши женщины дома сейчас. Мы пришли, младшего привели первый раз, который в этом году в свой один год прослужил службу пасхальную.
И сегодня вот пришел за святым огнем, который принесем домой к себе, чтобы у нас было добро, благодать в доме. С праздником! Этот благодатный огонь сошел. Такое событие очень редкое достаточно на острове Сахалин. Не каждый день такое увидишь. И Христос воскресе! Давай опять. Сегодня мы стали свидетелями принесения благодатного огня на Сахалин. В среду утром будет божественная литургия, в которой примут участие все священнослужители Южно-Сахалинской Курильской епархии. Они приедут из разных районов Сахалинской области, в том числе и из Курильских островов. И после окончания службы повезут в свои приходы, в свои храмы частицу благодатного огня. И верующие также смогут там встретить огонь и стать сопричастными вот этой большой духовной радости, которую мы отмечаем каждый год накануне православной Пасхи, когда в Иерусалиме у молитвы православного патриарха сходит благодатный огонь. Фестиваль «Студенческая весна» стартовал на Сахалине в этом году. Он объединил более 500 участников, учащихся средних и высших учебных заведений. Неделю на разных площадках островной столицы они будут демонстрировать свои таланты. В хореографии, вокале, театральном искусстве, креативной индустрии и медиапроектах. Все то, чем сегодня занимается молодежь, все то, что мы видим на улицах, все то, что мы видим в наших учреждениях культуры, сама суть студенческой весны – найти новые таланты. По словам организаторов, число участников студенческой весны с каждым годом растет, и даже те ребята, которые еще в прошлом году стояли за кулисами, сегодня уверенно поднимаются на сцену. Мы учимся в Сахалинском базовом медицинском колледже. У нас там много направлений. Мы и поем, и танцуем, и рассказываем стихи, и рисуем. И вот. В прошлом году я не выступала, но я была на закрытии, когда всех уже награждали. И я думаю, блин, это так круто. В следующем году обязательно попробую. Новинка этого года – теперь в студенческой весне могут принять участие школьники и работающая молодежь до 35 лет. Их выделили в отдельные категории. Самые яркие и талантливые будут представлять Сахалин на финальном этапе творческого марафона. Наша весна! Управление жилищной политики оказывает услугу приватизации жилых помещений. Приватизируя жилое помещение, вы сможете полностью распоряжаться, то есть продавать, дарить, оставлять в наследство, а также иные манипуляции осуществлять жильем. Оказывается, эта услуга в течение 35 дней абсолютно бесплатно. Можно подойти в управление жилищной политики по средам с 10 до 17, кроме обеденного перерыва. Также еще более удобные методы есть. Это обратиться в МФЦ в любое из отделений, а также подать на сайте госуслуг. В 2022 году было приватизировано 326 квартир. Процедура абсолютно несложная. Вы должны принести конкретный список документов, его специалисты рассмотрят, если чего-то не хватает, они вам сообщат об этом. Вот. И, то есть список документов очень маленький, их легко сделать, это копии паспортов, свидетельств о рождении, справка из ЖЭКа, вот, а также наличие договора соцнайма или ордера. Также, если какие-то из документов отсутствуют, специалист проконсультирует, скажет, где их найти, и осуществит все полную комплексную консультацию. Дикий гусь переживал зиму среди домашних птиц в Ахинском сарае. Осенью, когда выпал снег, он присоединился к курам и домашним гусям. По словам хозяина подворья, сначала птица пугалась и пыталась летать по сараю, а потом свыклась. Сейчас дикий гусь буквально возглавляет стаю и отличается громким криком. В фонде «Зеленый Сахалин» предположили, что пернатый не смог улететь из-за травмы. Выпускать его на волю сейчас ни в коем случае нельзя.
В Южно-Сахалинске приступили к ремонту муниципальных детских площадок после зимнего периода. В конце прошлого года специалисты уже провели инвентаризацию в 600 дворовых территориях и демонтировали непригодные для эксплуатации элементы, а также утилизировали игровые комплексы с истекшим сроком эксплуатации. Впереди только небольшие ремонтные работы. В частности, покраска лавочек и горок ждет двор по проспекту Мира, 178. Вот эта площадка здесь, мы уже навели порядок и убрали надписи, да, нецензурные, вандальные. Ну, мусор это ежедневно мы убираем, не только на этой площадке, на других тоже. Работы запланированы были по ремонту вот лавочек и так далее, но погода, к сожалению, нас остановила, поэтому в благоприятный период мы это все сделаем. Больше 700 человек вышли на сцену в рамках 5-го открытого городского конкурса детских и молодежных хоровых коллективов. Среди участников – учреждения дополнительного образования в сфере культуры, общеобразовательной школы Южно-Сахалинска, Холмска и Невельска. Всего 33 хора. Председатель жюри – это преподаватель детской школы искусств номер 1 имени Прокофьева из города Владивостока. Она заслуженный работник культуры Российской Федерации, сама руководитель хоровых коллективов там во Владивостоке. Вот я думаю, что самый компетентный человек. Также у нас есть доцент кафедры народного эстрадного и академического пения из Хабаровского государственного института культуры, Попова Татьяна Сергеевна из Хабаровска, Петухова Елена Александровна из Владивостока. И третий член жюри – это заместитель директора детской школы искусств «Этнос». Она преподаватель по классу хорового народного пения и сольного пения у Кузнецова Ольга Николаевна. Возраст участников от 7 до 25 лет. Среди основных критериев оценки жюри – строй, интонирование, слаженность всех видов ансамбля – динамического, темпового, метроритмического и эмоционального. Выступают коллективы в трех номинациях – народный, эстрадный и академический хор. Мы участвуем второй раз. Думаю, все будет хорошо. Долго готовились, да. Долго номер составляли. Но для меня самое сложное было учить первую песню. Она очень сложная была, как для меня. Мне нравится очень работать в коллективе. У нас очень дружный коллектив. И само это весело участвовать и принимать участие в различных конкурсах. То есть это у нас... Мы участвуем здесь с первого конкурса. Мы очень готовимся, ведь это итог учебного года. Мы готовились целый год. Получается, мы начинается занятие с 1 сентября, и мы готовимся целый год именно к этому конкурсу, потому что он показывает итоги целого года. В рамках конкурса для участников провели мастер-классы от членов жюри. Лучшие хоры объявят на гала-концерте 20 апреля. Велосипеды, здоровье и мобильность. Теплицы, экологически чистые продукты. Магазин «Орбита»! Мечтаете о цветущем саде? Вам нужен ЦИОН. ЦИОН даст вашим любимым растениям сбалансированное питание в нужный момент, в необходимом количестве и без лишних хлопот. ЦИОН способствует длительному и обильному цветению многолетних цветов и легкой адаптации рассады на новом месте. Натурально, с заботой о природе. Цветы на даче, ЦИОН в придачу. Привет, это перцы, вот как. Просыпаются люди, которые нас не слушают. А вот так просыпаются те, кто слушает утреннее шоу «Русские перцы». Русские перцы. Главное – утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском радио. Жилой комплекс «Ривер Парк». Просторные квартиры с гардеробными. Современная концепция двора создает безопасную зону отдыха для взрослых и детей. Доступная ипотека без первоначального взноса. Льготная ипотека. Субсидированная ипотека от застройщика для всех. «Ривер Парк». Счастье быть дома. Парни, за мной Бахмут. Вставайте на сторону справедливости. Оклад от 240 тысяч рублей. Высокие премии за результаты. Страхование жизни и здоровья. Приходи к нам, и вместе мы победим.
Море кормит. Сотни сахалинцев хвастаются уловом сельди. В районе дачного массива около пригородного люди собирают ее голыми руками. Весь берег усыпан этой промысловой рыбой. Она подошла к берегам Корсаковского района на нерест в выходные дни. В этом году впервые. По сравнению с прошлым годом, подошел очень большой косяк, и намного рыба крупнее. Намного крупнее. Это о чем говорит? Что есть хорошая кормовая база, и это самое, то есть куда подходить селедки и, как говорится, размножаться. Ну, люди вот тоже берут, сколько кому надо. Что не брать? Природа кормит, дает покушать на стол. Говорят, в этом году крупно. О, вообще, ну что, рыба, о. О, это еще такая, это больше. Ну, хорошая прям. До этого года мелкая была рыбка. В этом году вообще отборная прям такая. Хорошая, как зубарь. А что вы делаете с ней? Тушу, солю. Ну, друзей угостить. Сколько всего набрали? Да ведра 3-4. Почистил, сковородку порезал, хвост голову отрезал. Чимчи немножко, лук и водичка залила. Все, 15 минут готово. Вкусно получается? Конечно, попробуйте. В марте этого года селедочное безумие охватило Хомский район. Чтобы набрать рыбки, достаточно было одной минуты. А за 5 минут можно было насобирать несколько пакетов. Искупление прошлых грехов, свобода духа и страшные испытания, а также театр в кино. И это только самое краткое описание ожидающих вас на этой неделе новинок. Это еженедельная рубрика «Киноафиша». Оставайтесь с нами. Начнем с ожидаемой всеми российской премьеры. «Вызов» стартует в кинотеатре «Октябрь» и в киномобиле в Дальнем с 20 апреля. Кинокартина, снятая в реальных космических условиях, расскажет о торакальном хирурге Евгении, которая за месяц должна подготовиться к космическому полету, чтобы спасти жизнь космонавта. И основной вопрос – удастся ли ей преодолеть неуверенность и страх, а затем провести сложнейшую операцию в невесомости, чтобы у космонавта был шанс вернуться на Землю живым. Если сильно мечтать, то однажды все сбудется. Так случилось и у девочки Эсми, которая гостит у бабушки и мечтает заниматься конным спортом. Однажды утром она обнаруживает во дворе коня Спирита, который спас ей из пожара с соседнего ранчо. Девочка хочет вернуть домой потеряшку, но случай меняет ситуацию на 180 градусов. И теперь впереди у этой пары настоящие захватывающие приключения. Спирит в кино с 20 апреля. А с 22 апреля на экранах появятся интересности для самых юных зрителей. Мульт-кино, выпуск номер 155, где мимимишки сконструируют паровоз. Катя и Эф узнают, какие сигналы существуют в животном мире. Мяуч отправится к бабушке. На лунной базе Венни и Бонни выяснят, кто лучший бойскаут. А девочки из сказочного патруля начнут расследование о пропаже волшебного камня. Боец элитного спецотряда по кличке Черный Лотос побывал в самых горячих точках мира. На одной из таких миссий он потерял побратима и всегда винил себя в его гибели. В поисках искупления он отправляется к семье друга в Амстердам и узнает, что дочь погибшего товарища оказалась в руках местной мафии. Теперь он не остановится ни перед чем, чтобы спасти девушку и выплатить долг своему боевому товарищу. Даже если ему предстоит столкнуться с крупнейшим синдикатом торговцев наркотиками. Черный Лотос продолжается и ждет вас в кино. 25 апреля в Малом зале «Октября» в рамках проекта «Театр HD» на экранах покажут спектакль, завоевавший «Золотую маску» в 2016 году. Лирическую комедию о своеобразном изучении страсти автором Уильямом Шекспиром в новом прочтении Московской мастерской имени Фоменко. Сахалинцы смогут увидеть в 19:00 билеты, как и всегда, уже в кассе кинотеатра. По традиции, с нас вопросы и пригласительный билет на двоих в кинотеатр «Октябрь». С вас правильный ответ на вопросы. Сегодня он будет непростой. В каком фильме дебютировала актриса Юлия Пересильд? Она же главная героиня кинокартины «Вызов», реально слетавшая на МКС. Свои ответы вы можете присылать в специальной форме на сайте СТВ.ру до полуночи 19 апреля. Сахалинские добровольцы и военнослужащие армейского корпуса тренируются захватывать здания и опорные пункты условного противника. Занятия по тактической подготовке проходят на одном из полигонов в Ванивском районе под руководством опытных инструкторов и офицеров Восточного военного округа. Маневры и засады, а также другие тактические элементы на различной местности, а также в условиях городского боя. При работе, так сказать, коллективно, главное учитывать, нарабатывать военнослужащего, это взаимопонимание, чтобы
они в случае каких-то нештатных ситуаций могли друг другу помочь. При ведении учебного боя мотострелки используют естественные и искусственные укрытия на местности. Особое внимание уделяется обучению личного состава, действиям при штурме и уничтожению блиндажей и огневых точек псевдопротивника. Мотострелки тренируются вести огонь из различных положений, лежа, стоя и с колена, а также в движении. Опытные инструкторы отрабатывают с нашими бойцами перемещение боевых групп как на открытой местности, так и в лесном массиве. На практических занятиях свой боевой опыт – военнослужащим передают ветераны и участники специальной военной операции. На скамью подсудимых попал дальневосточный врач, дававший клятву лечить, а не калечить. Но получилось с точностью да наоборот. Его деятельность попала в поле внимания правоохранителей. Рассмотрение скандального дела, ставшего известным на всю страну, дальневосточного ортопеда, начнется в ближайшие дни. Следователем следственного отдела управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении врача-травматолога-ортопеда. Он обвиняется в 34 эпизодах мошенничества с использованием служебного положения в отношении 28 человек. Как следует из материалов уголовного дела, он без необходимости направлял пациентов из разных городов Дальнего Востока на операции на суставах и требовал от них деньги за дорогостоящие платные услуги, которые на самом деле не оказывал. По требованию медика потерпевшие вносили часть требуемой суммы в кассу больницы, а остальные деньги в размере от 100 до 400 тысяч рублей отдавали ему лично. В итоге потерпевшим причинен материальный ущерб в размере около 5,5 миллионов рублей. Большинство пациентов продолжают испытывать боли, потеряли мобильность и работу, а также выплачивают взятые для оплаты медуслуг кредиты. Обвиняемый пытался скрыться от следствия, когда находился под домашним арестом. После этого по решению суда он оказался в следственном изоляторе. Как нам стало известно, на его имущество в Москве наложен арест. Согласно Уголовному кодексу, врачу за такую практику лечения грозит до 10 лет лишения свободы. Бензовоз перевернулся на 27-м километре автодороги аэропорт Шахтерск-Башняково днем 19 апреля. Машина улетела в кювет. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. На месте происшествия работали пожарные Углегорского района. Они устранили утечку топлива. В результате ДТП водитель цистерны погиб. По данным телеграм-канала «Новости Углегорска», на место выдвинулись представители компании-перевозчика. Там же сообщают, что жители неоднократно жаловались на состояние дороги в Башняково. Возможно, именно дорожные условия могли стать причиной ДТП. Проводится проверка. Спонсор прогноза погоды – компания «ЦИОНРУС». «ЦИОН» – добрый гений для ваших растений. Мечтаете о цветущем саде? Вам нужен ЦИОН. ЦИОН даст вашим любимым растениям сбалансированное питание в нужный момент, в необходимом количестве и без лишних хлопот. ЦИОН способствует длительному и обильному цветению многолетних цветов и легкой адаптации рассады на новом месте. Натурально, с заботой о природе. Цветы на даче, ЦИОН в придачу.
Овнам в этот день важно соблюдать осторожность и избегать авантюр. Не стоит совершать поспешных решений. Просчитывайте свои действия на несколько шагов вперед. Сегодня можно начать новый проект, избавиться от старых вещей, а также пересмотреть свои приоритеты. Возможно, бытовые проблемы и хлопот по хозяйству. Тельцы. Тельцов ждет успешный день. На работе все будет складываться легко. Не упускайте возможности завершить сегодня как можно больше дел. Особенно уделите внимание давно отложенным вопросам. Не стоит совершать необдуманных поступков в личной жизни. Поддержите романтический настрой партнера. Близнецы. У близнецов возможны перемены и перестановки на работе. Не стоит переживать из-за неизвестности. Важно сохранять спокойствие. Вы в любом случае сможете приспособиться к новым реалиям. Коллеги или знакомые могут подсказать вам интересные идеи. Вечером уделите внимание своей семье. Раки. Ракам в этот день не следует терять самообладание. Излишняя эмоциональность может лишь помешать вам увидеть очевидные вещи. Постарайтесь сохранять терпение, от этого будет зависеть ваш успех. Не спешите, выжидайте подходящее для активных действий время. Ваш творческий потенциал сегодня может ярко раскрыться. Львы. Львам сегодня необходимо держать себя в руках. Старайтесь сохранять выдержку и проявлять понимание к окружающим людям. Не давайте внешним обстоятельствам влиять на ваше состояние. Избегайте конфликтов. Общайтесь лишь с теми, кто вам симпатичен. Важные дела лучше перенести на вечер. Девы. Сегодня у Дев успешно пройдут консультации и оформление официальных документов. Можно обращаться с любыми вопросами к руководству. Уделите больше внимания финансовым делам, у вас появится шанс заработать неплохие деньги. Вечером отправляйтесь на прогулку, она поможет расслабиться и улучшит настроение. Весы. У весов благоприятный день для занятий спортом или пеших прогулок. Отправляйтесь в парк или пригласите друзей на пикник. Сегодня вы можете получить интересные и выгодные предложения. Ваша активность поможет решить самые сложные вопросы. Помощь друзей окажется очень кстати. Скорпионы. В жизни скорпионов наметились позитивные перемены. Старайтесь четко все планировать и придерживаться выбранной тактики. Сохраняйте выдержку при общении с близкими людьми. Не стоит так реагировать на критические замечания. Уделите время финансовым вопросам, а также сделкам, связанным с риском. Стрельцы. Стрельцов в этот день ожидает напряженная работа. Руководство от вас ждет максимальной самоотдачи и быстрого результата. Постарайтесь экономно расходовать свои силы. Вечером у вас будет возможность выдохнуть и восстановиться после тяжелого дня. Найдите время для решения семейных вопросов. Козероги. Работа поможет козерогам справиться с нахлынувшим беспокойством и грустью. Возможно, новое знакомство, которое станет для вас полезным. Старайтесь контролировать свои слова и поступки, а также хорошо подумать, прежде чем действовать. Чувство юмора поможет вам разрядить неловкую ситуацию. Водолеи. Водолеи бывают слишком настойчивы, но не стоит испытывать терпение окружающих. Помните о последствиях своих поступков и не преувеличивайте значимость событий. Новые дела сейчас будут легко реализовываться. Займитесь своим здоровьем, больше гуляйте на свежем воздухе и полноценно отдыхайте. Рыбы. Сейчас рыбы станут центром многих интересных событий. Могут восстановиться старые связи, в вашей жизни снова появятся люди из прошлого. Старайтесь прислушиваться к интуиции, она поможет вам решить отложенные вопросы. Смело действуйте, тогда вам обеспечен успех во всех задуманных проектах. Маме, папе, помоги и теплицу подари. Магазин «Орбита». Жизнь только начинается. Ритуальное агентство «Черная роза» возьмет все сложности, связанные с вашей утратой, на себя. Предоставит прощальный зал и поможет вам достойно проводить близкого человека в последний путь. Круглосуточный телефон 29 39 07.
Низкие и такие близкие цены в столичном. Макароны Мальтальятти.